А вы знали, как зарабатывают голливудские селебы в США? Ставь лайк. Сейчас покажу. Марк Уолберг владеет сетью ресторанов Wahlburgers с гамбургерами, сэндвичами и так далее. Камерон Диас с подругой создали бренд органических вин без добавок и ароматизаторов. А Гвинет Пелтроу основала бренд Губ, ориентированный на здоровье и красоту. Зацените, ребят.